полностью пиздец, ты не видел просто. Якира, возле меня горение открытое. Хозряды уже рядом на начале. Мне куда? В глубину хозрядов ехать или тут давать воду? Вот сюда ныряем. Сюда ныряем. Дальше, дальше. Все. 09, слышишь меня? 115. Надрыв. Все, подъехал возле пиротехники, уперся в цистерны. Жду команды. Дальше еще, дальше пиротехники ехать. А, надо выехать цистерны, ехать дальше. Все, сейчас разгоню цистерны, проеду. Это 08, ну и не проедет. А? 11. Давай тут проеду. Сейчас я попробую убрать линию, убрать машину, сейчас попробую. Вот сюда, левее ее я проеду. Заезжаем. Сейчас, давай, дождусь, пока сбросишь, чтобы не порвал рукава, нахуй. Все, направо. Куда? Сюда? Куда? Направо? Андрюха, давай, там, где горит, наш участок справа, поняли? Давай. Магистралку туда притушиваем, дальше едем. Давай, стоп. Давайте быстро прибиваем, дальше едем. Сейчас, пожалуйста, сейчас это прибиваем, дальше едем. Сейчас работаем. Давай. Да, конечно, магистралочка одна, полная, полноценная. И два рукава рабочих. И стол Б, давай. Сейчас не будет, сейчас будет, сейчас будет. Попробуй отъехать сюда. Арсен, давай еще лестницу сюда. Не-не, дохуя, палку, штурмовку давай, штурмовку. Давай штурмовку и палку, заебал. Застанем сюда, надо будет запалить. Ну где пошло? Тут уже не пойдет. Вот там надо, ебать, и все. Сейчас притушим, пройдемся и все.
поработай эту хуйню. Сейчас, подержи, я и перчатки одену. Сверху полези. Сергей, я все вижу, Сергей. Сверху полези. Сверху полези. Сергей, секунду, дай. Да. Набирай. Сверху вниз. Сверху вниз. Сергей. Сверху отойди. Отойди. Какой мут? Отойди. Подожди. Все. Поехали. Поверху лень. Встань ко мне. Сюда встань. Назад подошли. Назад. Лень по правому. Отправо туда. Там по хую. Главное это немножко отбивать. Все. Что там? У вас значит линия, Сергей. Хуярь, я сейчас не приду на этой роды. Есть. 09, 115, как ты шпрем. Нам воду привезут или нам надо заправляться сами куда-то ехать. Мы тут с Николаевичем, с Бурлакой, одно место прибили, но вглубь рынка провели разведку, вглубь рынка сильно разорился один магазин. Может раскинуться и среди... О, что это? О, Александр. Может раскинуться от середины рынка. В середине хозяйду. Ну что, попали нам? Магистралку надо. Попали, блядь, на подвоз воды. Воды нету, Арсен. А вот что, на подвоз воды нету гидрантов? Блядь, а там есть сколько лет? Как вы, блядь, этот не пришли? Сейчас. Николаевич, Бурлака, на связи? Это Качанов, 115. К 11 части еще одну машину, представьте. В глубине квадрядов уже разгорелось, пиздец. Все, извиняюсь, понял и принял. Жду УПЧ. На России, пошли. Еще два, лучше три. 3.51 пиши. Тут не надо, туда удлини, чтобы не пошло. Я сказал, где Мирошка? А ОПЧ бредит? Что, она уже здесь, где-то, только, блядь. Не, раму не заберу, да, блядь? Запроси, у меня родился. Сейчас. Ватра 20, ватра 20, я родился 115, слышишь меня? Ватра 20. Ватра 20.
Ватра 20, я транзит 115. Если меня слышишь, едь мимо пиротехники по хозрядам в глубину до конца, до частного сектора. Поворачивай направо на парковку. Подожди, жесть. Нормально, нормально, нормально. Кто там работает? Кто это за столом? Сюда, не пойми. Давайте, давайте. Так. Командор, ты кто? Ты откуда? Ты откуда? Четвертая. Вы оттуда протянули, да? Ага. Это вообще помощь, как всегда, в стадии, блядь. Вот это отбили, самое главное, уже не пойдет, блядь, сюда. Тут сюда потом, а потом туда. Понятно, все. Заканчиваем там, потом сразу сюда. Сейчас я этим скажу. Так, вот сюда. Потом сразу сюда, а потом уже туда. Поскаков, Женя. Тяните сюда теперь линию. Пусть там четвертая дотушилась. Воды нема, понял. Так. Пускай четвертая доливает. Туда тяните пока. Пока воды нет, протягивайте в правый проход. Да, вашу линию. Колен! Так, четвертая, где четвертая? Смотрите, вы тут дотушиваете. Сюда, да. Что мы пошли сейчас пока еще в нашу линию. Протянем туда, но тоже не больше. Вы пока тут давайте наебываете. Где ваша машина? Уехала? Вот тут вылез. Еще раз, работайте с нами. Кто офицеры тут? А тут все офицеры. Помали. Так, отойди пока, передохни. Дай пацанам. Давай двоих. Поконтролируй, отдохни, понял? Контролируй этих двоих. Дальше со мной еще почти трое. Пошли со мной дальше. Арсен. На, по команду свежими бойцами с УПЧ, это УПЧ. Сейчас принесем, они уехали. Так, мотни за рукавом. С любой части. Нет. Братишка, куда ж ты рвешь? Ты давай сюда лезь, чтобы оно не шло. Тут уже пизда. Правее давали. Магистралку еще по пару метров. Давай, на максимум магистралку тянем. Там постам не хватает, чуть-чуть. Что там? 11-то я потянул магистралку, давай. Метров 7 есть. Давай. Да. А хуй там уже, зацепило, сейчас. Все. Пока нету, привозят под... Идем, пацаны, с водой пизда, с водой пизда. Вот с этой стороны проверить, хотя же я понимаю, что похуй. Туда, отсюда уже не возьмется, это уже сгорело, сюда тоже не пойдет. Вот это мне важно, горит или не горит. Я вижу, он внутрь загорает.
пришла, да? Поймала меня вообще. Я линию ушел убрал, а там уже думал, сейчас и это. И линию не пацаны, прошли сейчас. С той стороны, если так брать сейчас, влево. Там, говорит, тут так плохо, там впереди горит. Это понятно. Горит, блядь, нахуй. Тут уже, мне кажется, вообще без вида, но уже все нахуй сюда. Тут надо бы вот это, чтоб отсюда не пошло, вот это вот хуйня самая. Видишь, оно сюда пойдет, он вот это возьмется. От этого уже, это уже горит. Это похуй, это уже нихуя не загорится. Это нихуя не загорится. А вот это может, и может пойти сюда, и перекинуться сюда. Значит, вот эту вот хуйню, вот вот и там они ебашат, и вот это вот поебень, вот это. Как туда лить, я ебу, в душе не ебу, блядь. Нам вот это вот сделать. Отсекаем. Вот это отсекаем, и вот это мы спасаем, это все, это все. Вот вот там уже пизда, я хуею, блядь, что люди будут делать, я не знаю. Середине полностью пиздец, ты не видел просто. Я тебя сейчас пройду, тут просто ебанусь. Тут уже нихуя, ни лопетами, ничем, блядь. Это на защиту разве что-то ставить, блядь, а хуба. Николай, поселек ближе к машинам. Хуйней мы тут занимаемся, блядь. Походу, чтобы уже прощаться с улучшением, блядь. Да там пизда, блядь. Там и слева я обходил, я не знаю, где оно, я не дошел до конца. Где оно ебашит, блядь. Да, я говорю. Пацаны, главное, чтобы сюда вот это, хотя бы чтобы это не взялось уже, и все. Может разбить его? А у нас есть чисто, вот полить и лить, хотя бы, чтобы, не понял, не расширять, хотя бы так. Вот по фронту, кстати. По фронту, ты был там? Да был. А ну что там сейчас можно сделать? Да нихуя, ну хотя бы на защиту, кстати. Анатолий, вы видели там, что за хуйня? Видели там, какая хуйня творится? Какая? Пошли. Пошли смотреть. Оно за это пошло, блядь. Ну это уже взялось. Края пойти, узнать, где там край, тоже встать, вот так вот навстречу меня друг другу, защитывать. Ну магистралку сюда протянуть, блядь, и стволами. Ну так. 3-4 ствола. И вот это защищать. Да. И вот там. Оно сейчас пойдет, это не так пусто. Да. Главное сюда чуть-чуть приходится. Мы сейчас сделаем.
Давайте. Ты видел, что там? Арсен, ты видел, что там? Нет. Там, внутри. Смотри, блядь. Вот что внутри. Что там? Все нахуй. Да не, я-то видел, что там все нахуй. До конца. Может сюда машину загнать на перекачку как-то от гидранта? Где самое безопасное место, блядь? Да, Богдан. Пошла вода, пацаны, берем. Пошла вода. Тут же штаб, похуй, не знаю. Ты видел, что там внутри творится? Внутри, видел, что творится? Так. Да ебать. Там просто внутри, центр барика, просто ебать. А что мы тут держим, ебать? Вон оно, внутри. Вот там вот все. Ты не видишь нихуя, потому что дымом заволочено. Это шо, блядь? Не сам, пошли пройдемся там, глянем, где начало той хуйни. Там? Вот тут я кушать любил, тут охуенное место было покушать. Не, выгорело, выгорело. Тут все выгорело. Это они сейчас должны сдержать, чтобы туда не пошли. Сейчас. Надо найти край. Там край. Пошли край найдем. Надо понять, что отсюда не надо. Все. Все нормально. Сейчас надо краешек найти. Пошли пиздарец потом. Пацаны, не-не-не, стоп! Воду не трать, туда, только туда, пацаны. Да. Тут уже не пойдет, только. Пока обрезал. Женек, не трать пока воду, пожалуйста. Только сюда, чтобы сюда не пошло. Коля, это хуйня. Ты там где там смотри, полностью все горит середина. И чисто вот сейчас новосектора ждать наготове, блядь, все. Там все, абсолютно все нахуй в середине, блядь. Пошли. Покажу тебе такое, что в жизни не видел. Пошли. Знаю, как аккуратно пройти. Пошли. Василий, сейчас пацаны там сдерживают на этом грани. Ближе к стенке. Вот там вот оно ебашит стреляет. Это не грады, братан. Не, братан. Сюда идем. О, смотри. Там уже фронт сместился, ебать, вправо, ебать. Мы пока пиздели, приходили, уже еще ряд взял там, блядь. Где это пиздарец? Не видно? Тут непонятно откуда. Так, все нормально. Выжимай, вот слева норм. А? Слева норм. А вот он, я видишь, гидрант.
красиво, да. Вот это эпик, эпик фото, хлопцы, блядь. А? Надо вас эпично сфоткать, блядь. Не видел. Ну, там просто, рукава, там просто все, ебать. Абсолютно все. Абсолютно. То есть, что мы сейчас тут делаем? Это просто ну, хуйня. Ну, куда они отбыли там? Пошли. Да без понтов. Ну, пошли, подают домой. А, ну. Тут-то, слава богу, выгорели. А там, как я поймал... Не, глубже там просто пирогов в ту сторону идет так. На пиротехнику? Сейчас я тебе покажу. То и на пиротехнику, наверное. А, дивись. Дивись, это. Это там, вот это там внутри. Это же пиротехника, говорит. Не, почти, не совсем.